Вот многие говорят, что это вы за профессию себе выбрали. Никогда на месте не сидите. А нам нравится. Вот недавно здесь степь была. В степи пыль, ветер и зной. А теперь тут будет город. Главные улицы мы назовем именами цветов героев. И когда-то, через много лет, учительница в музее покажет детям фотографии этих песчаных степей с колючим бурьяном. А по реке будут плыть белые пароходы. Дети притихнут, и только кто-нибудь спросит, кто же это сделал? А это сделали мы с вами. Катя, многие строители себя быстрее. Уже хорошо показали. Такие, как Иван Лепчук, Федор Сысоев, Гриша Копалин и другие товарищи. Да разве всех перечтешь? Гришенька, а тебе говорят. Не для почетных, ну вот, опять у тебя галстук не в порядке. Да ну его этот просто галстук, не до него. Боже мой, ну разве так можно? Не можем сидеть можно, в семье и покое, можно, когда исполняются мечты наших отцов и дед. Гриша, ушибусь. Вот скоро построим нет этот город. Ты что? Его людям. Катя! Пускай живут. Катюш, а что случилось? Пойдем. Ой, ничего. Все в порядке, девчонки. Катя? Ею обязательно надо заняться. Обязательно. Да что такое? Гришенька. Здравствуй. Ты? Ага. Тише, пожалуйста. Нельзя сказать, чтобы ты очень обрадовался. Не обмануло меня предчувствие. Дурные сны снились. Тише. Гришенька, выйдем. Нельзя. Ну, какие у тебя новости? Как ты работаешь? Тише, да перестань. Прекратите, товарищ. Пойдем. Как ты сюда попала? Ну, здравствуй все. Кто тебя отпустил? А ты повзрослел. Немножко. Волосы выгорели. И опять девушка, опять мне записки носить. Вот что, Катя, детство давно кончилось. И я тебя предупреждаю, если ты будешь лезть в мои дела... Ты знаешь, что я тебе когда-нибудь припомню эти твои слова. А ты не изменилась. Все такая. Ну ладно, прощай. Гриша! Подожди. Ты в какой бригаде работаешь? Ну, в седьмой. Ну вот и поговорили. Ну вот и встретились с Гришенькой, пес. Я ему крикнула. Здравствуй, Гришенька, дорогой. А он мне. Ты как сюда попала? Неужели не видишь? Ведь я люблю тебя. А он? Детство давно уже кончилось. Ничего ты не понимаешь. Взрослый человек? Да это не важно, я сам знаю, кто я такой. Вообще это к делу не относится. Я с вами разговариваю с офисом, и за это время можно было... Я все согласовал. Так и футболит по всем участкам. Дыры затыкай. Что мне ваши указания? Здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам это... что, деточка? Это бригада Копалина? Да. Деточка, иди отсюда, здесь все взрослые. Это ты-то взрослый? Да тебе еще только на будущий год бритву подарят. Коля, как она тебя? А ну-ка умойся и марш спать, а? Арибуль, нам доверить огромный участок. И мы все как один. Да что вы заладили, как один, как один? Мы только два дня будем осваиваться, а потом нас опять куда-нибудь перебросят. Бригадир, опять регулятор барахлит. Куда вчера смотрел? Так машина у меня с характером. С грязью, а не с характером. Гришенька, здравствуй.
А ты чего здесь? А ну давай отсюда, давай, давай, тебя еще не хватало. Ну давай, говорю. Это что? Ну пусти, с ума что ли сошел? Чья машина? Свезите ее, свалите куда-нибудь в речку, да что это ли? Это же моя машина. Я к тебе в бригаду. Ты? Ну да. Ну что ж, работай. Привет, подкидыш. Здорово, твой участок, инженер. Слушай, Эльвире ни слова. Я шофер, а не инженер. Костя, нет лишнего билетика? Да нет. А у вас нет лишнего билета? Нет, девушка. Нет. Кто это с ним, а? Диночка, последняя. Ребята! Ребят, спасайте, нужны билеты. У меня есть один. Два надо. Зачем? И у меня, кажется, один лишний. Давай. Да ты что? А Эльвиру забыл? А Зину с Петей? Так они же взяли. Ничего не взяли. Гриша! Два слова. Ну? Любишь ее? Люблю, люблю. Все? Не любишь. Не любишь! Значит, все хорошо. Что ты теперь будешь делать со мной? Мотор заглох. Иди теперь пешочком, всего 20 километров. Зачем ты это сделала? Сам знаешь зачем. Ну давай чини мотор. А тебе влетит за то, что угнала машину. А ты что, очень хотел попасть к своей Римочке? Хотел. Чини, чини. Придется стоять. Знаешь что, Катюша? Дай-ка я попробую. Я тебя проучу! Гришенька, подожди! Гриша, стой! Выйдешь на шоссе, там машины ходят каждые полчаса! Стой! Стой, Гришенька, миленький! Я боюсь одна, возьми меня! Что ж ты не едешь? Мотор заглох. Ну, садись.
Гришенька, ну зачем ты подписал? Из-за какой-то... Права она, права, понимаешь? Принесло ее на мою голову. Ну, не знаю. И повесить рисунок на видном месте, чтобы все люди знали, что делается в нашей благополучной, в кавычках, бригаде. Дай взглянуть. Да, талантливо. А ну дай-ка сюда. Ага, женщина на корабле не к добру. Жили, не тужили, и на тебе. А я говорил, брат. Подожди. Ты... Всем ясно? Понятно. Ясно. По машинам. Привет. Собрались? Почему без меня? Твоя работа. А я что говорил? Кто тебя сюда простил? Чего ты нас учишь? Была бригада. Дружи! Хватит, уходи из бригады. Тихо! Права она. Жизнь пошла. Гришенька! Ну что еще? Ничего. Сейчас взрывать будут. Садись. А ты чего здесь делаешь? А она не придет. Катя, ну как ты не можешь понять? Ну это же несерьезно, в конце концов. Какая-то глупая детская любовь. Перестань. Катя! Пусти! Вот тебе! Катя! Катя, остановись! Катя! Стой! Стой! Ну что мне с тобой делать? Что вот мне с тобой делать? Ведь ты же не глупый парень. Ну неужели ты не видишь, что она... Ну... Ах ты, тысяча и одна ночь! Куда? Пошли.
я буду петь. Ты будешь спать. Ах, ты мой ученый-секретарь. Да ты знаешь, что такое любовь? Знаю. Да? Ночью нужно спать. Кстати, Зина, ты что, только сейчас пришла? Давай ее изобьем, а? Ой, девчонки, я взорвусь. Честное слово, взорвусь, я прям не знаю. Эля, чего ты? Что с тобой? Сегодня в Люльге объяснилось. Кто? О. Взрослая, Катюша. А ты, оказывается, удивительно наблюдательная. Пусти. Кто там? Комсомольский пост. Почему? Экскаватор не работает. А на других участках не хватает машин. Ехали бы туда. Не имеем права. Так плохо добиваетесь. Да. Тут дело гиблое. Гляди, песок, машины буксуют, заработка нет. Да здесь всегда был худший участок. Одно слово, гнилые пески. Понятно. Ну, присаживайтесь ближе, побеседуем. Гришенька, ну как? Что? Ну, на собрании. Все очень хорошо. Хорошо, да? Mm-hmm. А у меня такая новость. Достала чудную импортную кофточку. Народу было ужас. Вот такой стоячий воротничок, понимаешь? Mm-hmm. Три четверти рукавчик и... За яркое выступление. Спасибо. Катюша, поздравляю. Молодец, молодец. А где Тара? Дим. Ах, вот. Ребята, пошли. Пошли, пошли. Так, куда сейчас, Катюша? Ой, ребята, пошли на танцы! Пошли! Да, так что, кофточка? Нет, я говорю, стоит недорого. Ну, пошли. Пошли. Холодно. А я так простуды боюсь. Вот в прошлом году продуло, 2 недели болела. У меня тетя и малиновым вареньем поила, и травами, и спиртом растирала.
А я лежу, горячо мне. Скучно-скучно. Плохо болит. Ну и болтов. Здорово она его. Да ты про что? А, нет, ничего. Сядем? Угу. Смотри, красота какая, а? А как пахнет? Угу. А пахнет здесь действительно отвратительно. Дым какой-то, нефть. Это солярка пахнет, на которой дизеля работают. Ну, пойдем. Куда? Будем розы нюхать. Какое чудное танго. Гришенька, пойдем потанцуем. Не хочется. Посидим лучше. Что там? Чего застрял? А куда торопиться? Норма есть. А ты не спеши хвастаться, а то Болтов выведет свой процент, и нет нормы. Это точно. Что, перекур? Кури, батя. Спасибо. Сейчас поедем. Чудак. Ну давайте докурим, братцы, и покажем, чтоб небо было жарко. А, сможем? Вполне. Возможно. Конечно. Ну, пошли. Катя. Ну чё? Ты чё сегодня вечером делаешь? Где ты взял этот веник? Это Рим приучил тебя такие дарить, да? А ты не ответила. А, так, ничего. Есть кое-какие дела. Бригады так гнать? Было. Все, это раз. Чужого жениха отбивает? Это уж точно. Все. Моральный облик, далекий от нашего коммунистического идеала. Это два. Ни стыда, ни совести. На шею вешается. Значит, ни стыда, ни совести. На шею вешай. Угу. Вот я и решил. В порядке общественного воздействия, прислушиваясь к голосу масс, письмо в газету написать. Ребята, вы пару подписей подкинете? Так-так. Ну, хватит. Вон дверь. Живо-живо!
Если что-нибудь еще такое услышим... Даже не попрощалась. Пароход отходит 8:15, вахтерша сказала. 8:15? Успею. Не обманула меня предчувствие. Дурные сны снились. Вот что, Катя, детство давно кончилось. И я тебя предупреждаю, если ты будешь лезть в мои дела... Катя, ну как ты не можешь понять? Ведь это же несерьезно, в конце концов. Какая-то глупая детская любовь. Глупая? Детская моя любовь! А ты? Пойдем, потанцуем. Ну, пойдем. Ни стыда, ни совести. На шею вешается. Девчонка. Я знала, что это так хорошо. Туда.